Нам главное, как в прошлый раз, красные не слиться под пулеметным огнем. Какую тут высоту можно занять такую для наблюдения? А я вон поставил. А, ЛЗ? Да, едем на ЛЗ, а потом пешочком на 104-ку. По югу, да? Ну да, а. По югу. Нет, пешочкой не надо, там машинки лучше взять. Не, до ЛЗ мы едем, а пешочком на 104-ку. А, понял. Ну, я думаю, она оттуда уже к тому моменту срулит. Если мы, конечно, не будем копошиться на... А возле ящиков или в Утане сразу поедем, может, успеем, кстати. Ну все, так, частоту, да? Да, сейчас напишу. А, ну ладно. Машинкам, давайте одну машинку возьмем, одну оставим, потому что может мы тут зайти. Давайте берем первую. Давайте, ребят, 20 секунд грузимся уже. Все. Ну вот, вроде поменял время года, стало светло. GPS у всех вроде. На месте. Ой, стоп. На GPS нет. Я думаю, если сейчас машину встретим, останавливаться сразу не надо, лучше сразу прорваться. У них вон такие или что? Вон такие и СУВы есть у врага. С пулеметами? Есть. Есть только на руках все, что на руках. Никаких стационаров, вообще тяжело. В РПГшке есть такие мягкие. Форма какая у врага? Американцы и эти часы оба. А, нет, гражданские. Не гражданские, а повстанцы какие-то. Зеленая сторона. Короче, все как не мы, враги. А гражданские как? В халате. Да. Да, да. Куда поехал? Их тоже вы не гражданские. Oil Buy на западе, Oil Buy у нас высадка, и на 114 высоте будем наблюдать. Гражданские в халате в синем. Как трудовик. Их тоже в лик? Не-не, его надо сопроводить. Ну, извиню, кухи не будет, когда сопроводим, если будет, тогда расстроим. Можно на ноги стрельнуть, он упадет без сознанных, мы берем и все. А если мы его убьем, то какая цель миссии? Ну, за 15 минут кого-нибудь нафрагать еще. Так все. Отлично, если. Я думаю, за 15 минут нафрагать успеют. Особенно меточка, если известно.
Oh, fuck, that hurts! Чё-то русским не везет здесь на этой миссии. Совсем-совсем. Я даже выйти не успею. Уже второй прогон их убивает. Бедный УАЗик. Я, наверное, УАЗик и наводники заменю. А из РПГ убили, да? Я даже не понял. Упал и все. Да. Ну я успел выскочить, меня СУВом переехал. Я хотел выпрыгнуть, но, блядь, пока разобрался, вправо мне или влево выпрыгивать, чтобы не задавило. Я видел, как кто-то выпрыгивал и СУВ поехал. Я там, да на будущее сделаю на кнопку быстрый выход на клавиатуре. На пробел. Куда? Да, не важно куда. Настройк. Выпрыгнуть. Кнопка есть. Действие, вернее. Иногда помогает. Ну, сейчас Макдок, я надеюсь, отомстит всем. А этот в халате чё на вышку залез? В халате это как раз вот тот, кого нам... Профессор этот? Да. Да его ещё найти типа надо, да? Ну на него метку дают на карте. А. Проблемы нет. У нас один остался только? Да. И тот, походу, да, прятался. Блин, Пашка, вы что, умерли что ли? Да. Пипец, я смотрю, дым какой-то. Да. Второй раз УАЗик с русскими умирает очень быстро. Ну я одного-то убил, да? Да. Отлично. Блин, я... Надо было сразу убежать. Это типа три стороны между собой воюют? Да, да. Там три зеленых какой-то уже. Меня вообще с СУВом переехали. Я хотел с пулемета обеспечение ГВ накрыть, но пока вылез, пока анимация проигралась, все. Да я смотрю, УАЗик горит, трупы, блядь, кто-то летается. Да-да-да. Они уже расслабились. Хорошо, я услышал выстрелы и это выбежал. Сразу остановился и выбежал. А эти любители говнов сейчас будут бегать. Ах. Мимо них сейчас проедут. Должна что-то купить машину.
Блин, вы должны слышать машину. Машину должны же слышать. Чтоб он тихий очень, он не слышит. Да. Чтобы, по идее, запретить этому гражданскому садиться в машину. А, чтобы вообще не ездить? Да, чтобы бегал пешком. Кстати, да, наверное. А то они в машину садятся и кругалями будут давать по карте. И, ну, тяжело будет поймать. Вообще, да. Остров РПГ большой. РПГ не стрельнуть. Да. Остров большой. А они недалеко уехали, они вон в этот, в свою лесопилку родную, где стартуют. Синего и тоже. То, что, в принципе, все нормалек. Синий-то прям напрямик не идут. Uh-huh. А метка обновилась, они идут на метку сейчас. Да, да, да. Она каждые 5 минут обновляется. Сейчас вот начнется. Да я думаю, БЕ сольет всех сейчас. Любители оставаться в заднице. Видели, как виска у нас ставили с фланга? Мимо бегут, мимо бегут. Вон сразу ноги в руки бежать. А я бы убил кого-то вас. Я думаю, ладно, стоят, знаешь. Блин. Вы что-то мимо бежали, там все где-то обновился, вы что-то мимо. Мимо марки. Кого я убил? Никого не убил. А, никого. А опоздан-то ноги выбиты, понятно. Вообще странно, я вроде добавлял медкит, и он должен по возможности иметь. Или медкит сам на себя нельзя. Да, походу, с собой нельзя. Нужно подключить этот модуль. Да, он там подключен вообще. Можно его нет? Может. Или он спрятался. Вот, вот, хорошо. Он Миклс. О, так началось преследование синих. У вас доник сейчас залезет наверх. Полить. Да, он что-то сомневается. Ну и забит. РПГшка его. Бежит к холодок, к холодку. Да это понятно, что он ко мне бежит. Нахрен гору, зачем мне? Тактикульность. Да это вообще какая-то дичь. Кстати, смотри, Демьян практически догнал этого. Теперь дым бросит. Ну ладно, Демьян хоть сейчас последний бой примет. Смотри, они сейчас походу засаду устроят. Вот, Эшку опоздан достал. Так у кого? Хорошо. Ты... Брок? Пек. Да. Да. Хорошо. Кто-то из зеленых уже подобрался к этому доктору. Да-да-да.
Я в шоке. Здоник. Я думал то, что профессор попал в синим. Типа, мы здесь, я слышал выстрел, типа, или кто-то сел в машину. И думал, американцы забрали этого, профессора. Оказывается, профессор Лона. С американцами. Он прямо перед Аздоником. Хорошо залетело. Он проще подождать. Сейчас же снимут его. Беги. Он красавец. На горе не спят. А, он сказал, что заснул. Отпусти машину. Чем занимался? Демьян? Да, я тут. Чем занимался? Катался, бегал. Понятно, надо припомнить. Ты был в слове миссии почитал. Ради приличия. Ну, я увидел, что на карте метка появилась. Поехал на нее. Снял забор. Забор мне не дал проехать. Колесо потерял. Так, Коздан стрелял. У кого? И спалился, походу. А в кого он стрелял? Да, в зону, ну, там, просто... где профессор. В ту сторону, в город. Ну, это так на... Просто на... Да, попугайте. Походу. И зря, очень зря. Зон не делал бинокль. Может, видел их? Ну, там все относительно. Можно и не видеть, можно видеть. Все от настроек зависит. Так, Поздан тупикает, да? Да, их похоже его спалил. Он сейчас вниз будет, наверное, спускаться. Угу. Вообще не похоже, что он его спалил. Да, звонит в другое место смотрит. Поздан тоже ушел с того места. Когда он там бегал наверху, то он никто смыкал в то время. Я смотрю, вот там уже не бегает. Да он ушел вниз. Так, ну вот он переключился, кстати. Так, Аздоник, по-моему, засек. Нет? Нет. Или засек? Хотя нет, не туда смотрит. Это кто? Да. Аздоник. Засек, да? Да, Лапазан, мы уже ранили. А гранаты кто кидает? Поздан. А. Он думает, что где-то рядом?
Да. Холодок, чё? Ранен. Пришел в себя. Быстро. Беги, злыник, теперь беги. Вы хотя бы подползти камни, чтобы перевязаться. А то он в чистом поле. Дым кинуть, если вы. Да, все туда стреляли. Хватук, а теперь ты беги. Да не, опоздал-то нормальное место, он перевяжется сейчас. И профессор убегает. Опять что ли? Да. Господи. Вот, с этого вопроса перепрыгнул. Ну, потом нам без ног не кажется. Там медицины много. Поэтому, может, игра полечится. Блин, ну убейте хоть одного. Если так дело пойдет, то миссию, наверное, лучше перенести на утес. Да. Не, Боздан, тебе нормально так сидеть? В чистом поле. Он без ног, он не убежать не может. Ну, понятно, ну, хоть до камешка дошел. Да кого? Риска? Он уже в зоник спустился даже. Да? Так, Виска сейчас убьют. Не увидел, что ли? Ну. Виска. Холодок, вернее. Холодка, кочегар. Нет. Кочегар. Он как вот там в ролике про кошку и крысу. Которая крыса сидела на мамном колесе. Если видели такое. Когда кошка вокруг бегала, она не могла понять. Где-то чует крысу, но не видит. Здесь так же будет. Да. Ну такая же. Паника. Где-то есть. Сейчас, да. О! Да. Свои что ли? Можно убить. И там. Сейчас меня выйдет. Во. Просто я хочу проверить, работает скрипт. Окончание или нет. Нет, не работает. Да ну пень эту эмку. А тебя убили с эмки, кстати. Да тебя знаю, да мне что-то то ли зажало, то ли что, я не, короче, его не врубнул. А чей это сус такой мощный, наглый вообще сус, черный, который влезал в лес?